60 школьников из Тверской области принимают участие в мировом чемпионате профессионального мастерства по стандартам WorldSkills, который проходит в Казани с 22 по 27 августа. В мировом чемпионате принимают участие более 1300 молодых профессионалов из 63 стран и регионов, которые соревнуются по 56 компетенциям в различных сферах производства. Их мастерство будут оценивать около 1300 экспертов. Представители Верхневолжья задействованы в мастер-классах по профориентационной направленности.